В Каспийске, согласно плану графику мероприятий антитеррористической комиссии, состоялась профилактическая беседа с воспитанниками и тренерским составом ГБУ ДО РД «Спортивная школа Каспий» на тему «Экстремизм в сети интернет». Спикерами выступили ведущий специалист АТК администрации города Рагимат Шехкеримова и представители отдела просвещения муфтията муниципалитета. Открывая встречу, они отметили, что основным средством вербовки на сегодняшний день являются социальные сети и интернет в целом. Под влиянием пропаганды экстремизма человек начинает отрицать общепринятые ценности и вести себя асоциально. Представители предупредили ребят об осторожности в чате, а именно не вести подробный диалог с незнакомыми людьми и не вступать в группы, которые кажутся подозрительными. В ходе беседы специалисты напомнили ребятам об уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста и митингах, распространении фейковой информации, а также отметили, что незнание закона не освобождает от ответственности.